Чайки, волны, песок в разгар зимы. Неужели программа «В путь» начала практиковать моржевание? Я думаю, многие догадались, что мы в Дубосарах. Наш вояж по Приднестровью продолжается. Да, я уже в этом городе был в прошлом году, перед Новым годом. Мы уже здесь снимали, то есть тоже зиму застали, но тогда мы не все показали. Я думаю, что сегодня мы продолжим рассказывать об этом населенном пункте. Из программы вы узнаете, где в Дубосарах лучшие горки. Лиссабон. И тренажерный комплекс под открытым небом. Арсений не даст умереть вам с голода и расскажет о придорожной пекарне. Я не видел, не сталкивался еще с кукурузным хлебом у нас в Приднестровье. У нас он есть. На зов голода за лучшим рецептом отправилась и я. Нина Дмитриевна, я смотрю, у вас очень интересное сооружение для выращивания клубники. Тут практически, наверное, по сезону готовый торт. Подходи, крути, срывай ягоды и ешь. Как пришла в голову такая идея? От идеи до реализации — шедевры, которые прославили трудолюбивого дубосарца. Полный вперед! Правда, те корабли, которые я видел детские, они были такие какие-то банальные, все просто, ничего такого сложного. Знаменитостей родом из Дубосар немало, об этом мы вам тоже расскажем. У нас в программе есть такой нюанс, мне дали задание, нужно найти 5 дубосарцев, которые как-то прославили город. Вы сможете помочь мне составить этот список? Да, конечно. Ну и немного путешествий во времени, как один музей возвращает в 50-е годы прошлого столетия, встречает и провожает его посетителей. Ай, народ, часы, это ты. Смотрите программу «В путь» сразу после КЭБа в 21:05.